приезжаю я, короче. Шифуля позвонил мне, говорит: Дмитрий, в керунок шведскую лечим. Я говорю: добже. Дмитрий, одразу выезжай на шведскую. Лечу на Польшу. Он сказал, что еще, типа, я ему сообщил 30 километров, возможно, будет загрузка где-то. Давай, проезжай. Стою в пробочке на шведскую. Вот с Димасиком разговариваю. Показывает мне свою вечку. А вот старина, посмотрите на эту старину плешивую. Ну работает, работает на ивечке, парень с Днепропетровска. Димас — это мой дружаня, бля. Красава, красава, бля, бро. А я в пробочке в Германии. Вот такая у нас идет контент с ним. Я в Германии, а он в Днепре. 2 километра штаба, только под рампой, да, Димас? Красава. Что, жарко? Понял. Уже они там, блядь, заебали. 1.5 часа в ней стою. А впереди меня номера ВЭХ. Что это за номера? ВХ. ВХ? Да. Хмельницкий. А, Хмельницкий. Я думаю, что это за ВХ. Стоят впереди меня, 3 машины идут куда-то. А почем же сигареты сейчас старые в Днепре? А, контрабас этот. А нормальный хоть? Какие-то турецкие, я так понял, да, это или что там? Ну, Маркл, блядь, да, наверное, нормальный. А. Не такая ивечка, честно тебе хочу сказать, чистенькая, плафончики все не порватые, все, ну, такая, в хорошем состоянии, честно, машинка. Она не задрочена. Не задрочена, это Евро 2 или Евро 3? Нихера себе. А какой же год у нее? Нифига себе, такая в порядке именно. Какой же год, Димас? Сейчас я гляну, подожди. Ну, это прицеп, бля, сейчас. Я. Ивый. А какой агент? Сейчас, Димон, подожди. А, 99-го. 99-й год. Ну, нормально. Не задроченная такая. Ну, а где он ее брал? Где-то в Днепре брал, да? А мотор Магируса? Слабенький, но, конечно, неубиваемый. 420-ка слабый, конечно. Ну, как и пряники, да-да-да. Горку увидел и заплакал, как КамАЗ. Говорит, ебать, давай подумай, может, объедем где-то по прямой, говорит. Это, знаешь, как КамАЗ, это, как говорит, жена с 2 детьми, говорит. И тянуть тяжело, говорит. И бросит, сука, жалко, говорит. Блядь, ага. Прикинь, ну, наверное, 24, блядь. Ага. И он, короче, а у тебя же еще на палке, давай дрочилкой заниматься, да, наверное? Вперед, а здесь, слышишь, флажок как перебивает? Воздушка или как на ЗФ коробка, что вверх-вниз на перебивание, на ряды, на рядность? Вверх-вниз, блядь. А, как на дафах, как на дафах. Так, я перебиваю так, начало, понял, въебал порычу. Да я понял, понял. Въебал, вот, бля. Ага. Ну на ней быстро не включайся, но так, блядь, не двигайся. Старый, ты хоть бы вентилятор какой-то себе взял бы, ну, блядь, поставил нахуй. Ну люк открыл, я понимаю, ну сейчас вот под рампой. А, есть? А, отлично, потому что под рампой сидеть ужасно будет так, блядь. Да не, открывал сквозняк, блядь, ударил. А я все по пробке еще тянусь, блядь. На шведско все, блядь. Да, старый, еду на поел. Сейчас пляцика заеду, похаваю по-венгерски.
Нормально, устрою пир на весь мир! Выезжаю с этой, сука, Европы задроченной. Не говори, блядь. Ну да, но это еще шеф нормально меня вывел, красавчик. 10 утра, что здесь такая пробка, я всего лишь пару часов постоял. А после обеда здесь в шведском будет, ну, ужас полнейший. Просто жесть будет, трэш. Заезжаю в Польшу. Вот, связь здесь уже пропала. Мы долго с товарищем по видеосвязи разговаривали. Ну, как уже к границе подошел, связь брэнк. Все, потухло. Потухла связь. Димас заезжает, короче, на Польшу сейчас. Но там проеду дальше, включу дальше с ним побазарить. Прикольный такой чел. О, ас стоит. Ас на мосту стоит что-то. Прикурил. Поломался, наверное. Хоть побазарить с ним. Речка, речушка. Зеленка. Разделяющая Франкфурт Одер шведскую. Все, дальше снимать не буду, потому что в прошлый раз я снимал, меня менты свели за это. И чуть-чуть не сделали Димке айда со штрафчиком. Приезжаю логово зла. Все, заехал на Польшу. Нормально, не тронули меня. Ну, да еще рано, сейчас подожди, пока уже они начнут дергать тачки. Все, по БЛ иду, сейчас где-то стану на заправочке на первую работу открыть, чтобы не было нюансов. Так, заеду сейчас в мостки покупаться. Это мазки верхние. Вот, 2000. Сейчас помоюсь здесь хорошо и поеду дальше. Побреюсь, приведу себя в порядок. Зашел в душ. Тут и ступеньки, конечно, крутые в мазках. Для душа. Стиралочка, все дела. А, блин, ее нет у меня. Сейчас надо идти искать ее. Постирается, короче. Вот такая, чтобы знали, какие цены. Пранья. Сушка 6 золотых. Будет надо. Здесь, конечно, очень цивильно, чистенько. Зеркала такие. Хорошая такая душа. Вот здесь душ 5 золотых. Просто кабинка открывается. Все, кинул 5 золотых. Отвалилась брамка. Ну, за пятерочку нормально. Все, закрыл. Отлично. Все чистенько, вешалочка. Я считаю, очень отлично. Она зеркала. А, ну здесь вот бетел такой. Большой. И с душем. Ну, так он сменит. Для таких собак, как мы, нормально. Ребята, заехал просто покупаться, да? Купил, зашел в магазин, думаю, возьму пару редбульчиков себе и пару шоколадочек в дорогу, потому что я люблю. Па-ба-ба-бам. Так, душ. Надо. Купил душ. Блин, точно, душ у меня сломался. Моющая заканчивается. Купил. Шоколадки купил, сникерс купил. Блин, думаю, надо елочку еще одну в машину, чтобы пахло. Носки надо. Купил, пару банок редбула купил. Чуть-чуть взял в дорожку, да? Все, еду на моечку. Заехал на моечку. Сейчас помою на Лас-Вегасе здесь телегу. Здесь мойка хорошая. Мы тут и заправляемся постоянно на Лас-Вегасе. Это наша заправка. А я сейчас буду покушаю и еще схожу потом. И дальше поеду. Да, украинских машин в Польше стало больше, чем польских самих. Что? Ветер такой. Здесь пацаны наши украинцы живут вот в этих будках. Вот здесь вот. Они работают над этой мойкой. Вот это три ихних, каждая в отдельности. Типа однокомнатная квартирка, короче. Каждого своя, гляд. Фуах, там украинский такой висит. Мощный. Ну, идет моечка. Так, моечка техники. Это нормальный ход. Вот, огонь. Баки и все. Вот, блядь, наши пацаны не на смене, она его орёт, говорит, ну помогай, вот, теперь пошла обмываться процентчик. Конкретно. Ну, вот тут, так, ребята, здесь моют хорошо. На славу. Вот, пацанчик сейчас мне всех пауков поубивает. На славу, да. По закату. Пусто, пусто. Все земляки с Украины. Этот помогает парень, она рот помогает.
на смене, не помогает. Да. А я не знаю, кто. Не соображаю. А нет. Сейчас. Уезжаю я с моечки, они он еще домывают на ходу, пока я выезжаю. Не, моют тут хорошо, конечно, я не спорю, отмывают на ура только. Ну, басик у кого-то там во дворе какой-то добрячий. Хороший басик, дружище. Сейчас стану, подожду, чтобы она отекла, машинка. Так ехать, конечно, нельзя, ребят. Сейчас подожду, она отечет. И все, и я потом поеду. Сейчас буду покушаю пока, заберу фактуру еще. И кофе свое, потому что мне еще кофе дали. Хай проедет наш украинец. Ас идет. Ас пошел. Я говорю, больше украинских фур, чем уже польских больше. Коня обмытый. Красавчик, да? Все четко. Сейчас обтечет весь, обсохнет. Я пойду документы пока заберу. Короче, покушать столовочку. Хорошо кормят, кстати, вкусно. Телегу поставил там сзади, пока обтекает, поем быстро и буду ехать дальше. Вот такие вот делишки. Попил редбульщика, нормально сил поднабрался, крылышки выросли сзади, я же лечу. Курсирую так. Зашел в телегу, попил. Вот, тундик такой. Вот реклама, нормально. Тут тоже вон, палка почему. Штука, да, сделать мне. О, пляцик взял. Ну это не по-венгерски такой пляцик. Вот. Все, буду употреблять. Кушать и смотреть. Кинчик такой. Ага. Вон техника моя стоит там. Красавица помытая. Чистенькая, как и я. Мы сегодня все вместе покупались, а хорошо. Сегодня меня выезжает дальше. Короче, погнали. Включаю пульт. Так, редбульчик сейчас добью. Покушал так-то что, на ура только называется. Так, никто там не идет. Все, пока-пока, моечка. Отличная мойка была. Демьян знает, где мыться, короче. Все, обращайтесь. Короче, петушары меня поймали. Снимать не могу, потому что вон мусора, короче, сняли. На 200 злотых петушары. Пасли меня, ехали долго, короче. Я там немного превысил в одном колхозе, 65 поехал, а надо было 50, короче. Черти, блин. Такое тоже бывает, слебозиние. Уже второй раз в этом слебозине попадаю. Кол там, что поговорил с ними, они меня узнали. Он уже мне, короче, третий раз ловит. На той фирме он меня один раз ловит. Именно в этом месте. Говорит, так ты в базе ездил. Говорит, ты что? Я говорю, я тебя за телефон поймал. В прошлом году у меня, да, взял именно. И потом на той фирме я здесь летел, там с Любозини он меня взял. И на этой фирме вот второй раз он меня берет. Именно в этом с Любозини, блин. Ночью летел тоже, блин. Ну, короче, бывает. Любитель Димчик полетать. За это и платит. Ну, так и бывает с каждым. Ну, короче, не покаялся. 88 дальше копачу. Ехал в Познань. Уже до базы здесь немножко мне осталось. Ну и, конечно, как всегда, здесь пробочка такая относительно небольшая. Чуть-чуть и на базе, и ко дворам. Так, подъезжаю уже к базе. Справа оставил проездик, чтобы они могли меня объехать. Я протягиваю сюда так подальше, чтобы люди сзади меня пробку не устраивали. На следующем повороте поверните направо, затем... Такие ямки подпрыгать приходится, как всегда. Засыпать ему не можешь. Вот баун скоро отломают. Ну, сколько тут машинок. Капец. Ямки, конечно, у нас хуже даже, чем на Украине. Такие паркингов нету. Опа, прицепчик пошел нормально. Так, это все херня. Есть ли там местечко, чтобы не стать? Но это не на мое место. Ага, вот там есть место. Отлично. Много подмучиваюсь, потому что очень много машин на парковище. Так как у нас места нету, здесь платят другим. Ну, много ничего. Еще надо смотреть, чтобы легковую не ударить. Затком.
Вот кинотачка стоит.